Это забавно. Это забавно. Это забавно. Это забавно. Молния! Земляное пиздюление! Опиздюление земли и огня! Летом! Я топ один урон! Ебать шамен топ! Прям. Лесук, это счастье для меня, дорогой. Осуждай языческий костер. Мы в нем своих сжигаем братьев и сестер. Осуждаю! Максимально! Максимально осуждаю сжигать, как бы. Это, наверное, метафора. По-любому метафора какая-то. В насилии заработал донат. Лара на нелагающем ёбаном скатокрыле прилетела. Я на войне, короче, танчу в классике, да? Вот, она говорит, что ты хуёво так танчишь? Я говорю, у меня кроме таунта кнопок никаких нет. И он такой, а, ну так ты извини, блядь. Вот. Вот я говорю, я ж вот не говорю, что ты за друида не можешь воскрешать персонажей, да? Потому что ты можешь только бернуть и все, а воскрешать не можешь. Типа, тебе это не добавили, да? Мне кроме таунта ничего тоже не добавили так-то. А он такой, а, ну да, так спасибо, извините, пожалуйста. Девятого. За мной! Не показалось, блядь! Зейн! А, вот. За Орду, конечно, в смысле. За Орду. Ты уже сегодня 800 донатил, когда ты там 50. То есть делаю вывод, что ты не остановишься, правильно? То есть, ну, я на тебя рассчитываю, ты понимаешь? Типа, если, блядь, не это, я там это... Позвоню, блядь, у меня в спецназе, блядь, брат. Вот, он, знаешь, что делает, блядь, ездит и вышибает двери. Больше ничего не делает. Он будет придет к тебе домой вот так вот. Блядь, Фэтко, ребят, все, блядь, пиздец. Фэтко, вот 100 лет не было этого, 100 лет. Я дождусь сегодня, Фэтко. 100 лет этого не было. Фэтко, дождусь я сегодня или нет. Ребят, напоминаю, Фэтко знаменит чем у меня на стриме? Что он приходит и неожиданно донатит там, допустим, 16 547 рублей. Вот так вот, да? Постоянно такое был. Он приходит и просто рандомная сумма. Рандомная сумма, да? Ну такая прям, ну, знаете, такая сумма, которую запомнить хочется. Да пока играешь? Конечно, нет. Тут, смотри, это, знаешь, это такая, получается, вот такого, подожди. Это получается это тест, да? Тест на долбоеба. Ну смотри, как бы тест тестом, да, но пиздоболом я все равно не стану. Поэтому, конечно же, не играю в эту хуйню. Это правильный ответ? Это правильный ответ? Или, надеюсь, правильный? Нет, неправильный. Блять! Ты врешь мне, вот. Без донат сегодня. Да ты пиздишь вот мне. Ты мне врешь. Нет. Нет, не поверю. Нет, не верю тебе. Я тебе не верю. Я не верю тебе, Фэткоу. Я не верю тебе, Фэткоу. Нет. Я не верю тебе. Я не верю тебе. Ну, если так подумать, конечно, да, как бы, ну, БК мне понравился. Вот, естественно, вот, да. Я просто без стрима играю в него. Ну, типа, знаешь, для себя там. Чтобы не портить чувство вот этой вот классической оригинальной игры, ностальгию, да. Не мешать ее, так сказать, с рутиной World of Warcraft, вот. Куда пати? 15-й ключ. Ну, как бы, может, ну да. Типа, беру всех 15-й ключ, кстати. Рио не имеет значения. Беру всех 15-й ключ. Вот, как бы... Вот туда, собственно, и пати, если честно. Понимаете, у некоторых людей столько загонов, блядь. Причем, знаете, у некоторых людей, допустим, на уровне психологии там бывает какие-то лишний раз микрозагоны, да, это типа обычное дело. А у некоторых просто потому, что им нехуй делать. И зачастую именно потому, что нехуй делать. Чё-то сидят там, чё загоняются. Вот объективно подумайте, да? Рассказываю гайд. Много сейчас актуально, актуальная тема, да? То, что сейчас у всех экзамены и всё такое. Не сдали вы экзамен, дальше что? Ну не сдали что? Похуй вообще! Да похуй! Ну не сдали! Что дальше, блядь? Вы что, умерли? Или что? Не, похуй! Похуй! Похуй вообще!
Да поебать абсолютно. Да вообще похуй. Ну не знали, что дальше. Ну не поступите вы никуда. Похуй. Пойдете на работу. Будете работать. Пиздец. Ну и, блядь, хуйня. Ну, блядь, и утрата какая. Похер. Пока вы не умерли, значит, все заебись. Держу в курсе. Вот когда умрете, тогда можно сказать, вот, блядь. Вот прям будете вот прям на смертном одре. Вот тогда прям, блядь. Вот можно расстроиться. В остальном случае, вообще похуй. И Оля хочет вроде как не просто в ресторан пойти, а в караоке-ресторан хочет отпраздновать со своими родственниками, да? И вот все, что я не хочу, это быть частью истории с Вовой номер два. Помните мою охуенную историю? Когда я пришел на день рождения к своему не очень-то и другу, в общем-то, да? И там вот это вот типа «На недельку в Комарова!» И я сижу такой грустный в углу, сижу печалюсь немножко, да? Такой типа «Не очень-то я люблю караоке!» Вот. Не очень-то люблю караоке. И я прям представляю, приезжаю, я такой авторитетный мужчина, красивый, ля, какой муж, как бы, муж. Муж, жених ебаный, жених плюс муж автоматически. Приезжаю, блядь, сажусь, да? Сажусь, и все такие. Давай споем, ебать. Давай, как будто мы караоке, давай. Давай. О, господи. Ну, короче, я нахуярюсь. Такой ноль. Пускай смеются надо мной, ведь я... Бабак. Я отрешен. Бабак. Оле понравилось вот такое колечко ебаное, да? Вот такое ебаное колечко Оле понравилось, да? Колечко. А колечки-то свадебные должны быть, получается, что одинаковые. Что как бы получается, что показывать, что... ну, блядь, типа, знаешь... Вот, типа вы вместе, и они типа одинаковые, потому что вот, типа, заебись, да? Потому что они типа одинаковые, заебись. И я такой сижу и понимаю, что меня фактически прямо сейчас заставлять будут носить какой-то, блядь, бриллиант или вообще супер светящееся золотое кольцо, которое я носить не хочу, блядь. Я не хочу вот такого, такое кольцо носить, да? Вот. И Оля такая... Вот как будто бы вот непонятно, блять, вот как будто что это такое. Вот, там что-то это начал волноваться, что они должны быть одинаковые. Вот, и я прям вот так к Коле подхожу, да, подхожу, кладу руку на плечо и говорю: а судьи кто? Кто это вообще придумал? Кто это все придумал, что они должны быть одинаковые? Она позвонила маме, мама ей подтвердила мои слова. Мама сказала: какие хотите, такие берите, да? А я прям, понимаете, я встал прям в эту, в позу, понимаете? Потому что я, как вы помните, убежден, что свадьба это не то, что только вот для девушки. Только для девушки это вот, я говорю, если вот вдруг вы боитесь свою девушку как-то лишний раз там задеть, еще что-то, да? У нас тут абсолютно равноправные, скажем так, отношения, поэтому схуя ли я должен носить кольцо какое-нибудь, да? Под ее кольцо, которое мне бы не понравилось. Зачем мне носить кольцо, которое мне бы не понравилось, правильно? Я считаю так. Вот, и короче, вот такое будет у меня колечко, показываю, готовы? Вот такое у меня будет, ребяточки, колечко. Вот такое вот, ля какое. Вот такое вот у меня будет колечко, потому что мне такое понравилось. Вот, мне такое понравилось, охуенно выглядит, мне нравится, пиздец. Я вот такое я бы носил всю жизнь. К маме однажды прихожу, вот, она говорит: ну тебе дядь Боря обиделся. Кто такой дядя Боря, блядь, и почему он на меня обиделся? А вот этот, который вот... Такой сидит мужик, вот, на лавочке каждый день. Ты мимо него проходишь и не здороваешься с ним. Ром, ты с ним здоровайся. А то ты обиделся, что ты с ним не здороваешься. Кто, блядь? Дядя, блядь, кто? Вот. Дядя, блядь, что, блядь? И все, и после этого, да? Я еще больше с ним перестал здороваться, да? Что вы понимали, каждый раз, когда иду, а он по КД на лавочке сидит, прям по КД, прям. Вот каждый прям пять, прям вот невозможно пройти, он не сидит, да? Не сидит. А там стоят другие мужики, которых уже я, в принципе, знаю, как бы, да, и могу с ними поздороваться. Или бабка, которая тоже знает, с которой могу поздороваться, да, чисто из вежливости. Потому что знаю, что она на меня не обиделась, вроде как. Вот, и когда я здороваюсь, он вот так сидит. Блять!
Тебе 500 лет, мужик! Каждый раз, что вот это, что другая, две бабки. Они есть, у меня дверь чуть-чуть приоткрыта. Это пиздец, нахуй. Это не бабки, это это жираф-бабки. Жираф-бабки. Они вот, блядь. А, блядь, нихуя вот так, блядь. Нихуя себе, блядь. А что это там у тебя, блядь? А внутри, нахуй. Нахуя, блядь, они это делают? А что это вот как будто вот... Что это такое? И всегда, знаешь, они так смотрят, типа... Game sex. Stick finger in ass. That turns me on. That cock in my pants. My cock. Eat our ass. А я думаю, блядь, давай, давай, почему так выглядит у Noise MC? А это не совсем Noise MC. Game sex. Stick finger in ass. Отлично. My cow, eat our ass. Это еще лучше песня даже, чем оригинал. 100 раз оригинал, как будто ты, не знаю, 5-летняя девочка, типа, как будто, да, которой нужна мотивация по жизни. 300 бакс. Ребят, если что, скажу по секрету, если у вас тоже есть 300 бакс, вот вы знаете, что с ним сделать. 15 бакс. Back.